Цветущая ветка сирени. Глядя на этот прекрасный цветок, так и представляешь себе нежный, терпкий аромат, который невозможно спутать ни с чем другим. Обычно в садах и огородах растет лишь несколько кустов этого прекрасного растения, а в поселке Новое Борцово можно созерцать более 50 сортов цветущей сирени. Именно здесь прошел праздник «Сад цветущей сирени». Его инициаторами выступили члены районного клуба садоводов «Среди цветов». А в прошлом году мы в клубе впервые провели День цветущих сирений. Это было очень камерное мероприятие на 15 человек. Оно нам понравилось. Проводили в моем саду. Цвело всего 6 сортов, но удовольствие мы получили большое. В этом году из домашних посиделок мероприятие выросло в большой праздник, ведь идея отметить День сирени пришлась по душе многим жителям поселка. Для гостей прошла экскурсия по сиреневой аллее, где можно увидеть необыкновенные по красоте сорта – Везувий, Мадам Лемуан, Красавицу Москвы и другие. Также все желающие получили консультации по уходу и выращиванию сирени. У меня в коллекции около 80 сортов сирени. Поэтому мы перечислять не будем, но это собрана эта коллекция где-то за 4 года. В дальнейшем у нас мысль такая, чтобы ее размножать уже. Здесь где-то порядка 17 сортов сирени вот на этом участке собрано. Дикорастущая сирень в Новом Борцово украшает практически каждый приусадебный участок. Стараниями садовода уникальные селекционные саженцы появились и на улицах поселка. А в День сирени новый куст был посажен у дома ветерана войны Валентины Куниной. Этот сорт называется Алексей Моресьев, и уже через несколько лет он зацветет огромными темно-лиловыми цветами-звездочками. Восторгно. Хорошо, молодцы, не забыли. Куст сирени был посажен в рамках акции «Аллея Победы», приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. В Новом Борцово почти из каждого дома уходили на фронт, чтобы защищать родину. Поэтому на каждом празднике сирени, который станет традиционным, члены клуба «Среди цветов» будут дарить ветеранам сортовые саженцы этого прекрасного цветка.